Смотрите, ребята, кто к нам пришел. Кто вернулся. Худой, худой. Ну такой, ну мурчащий очень. Почему он рвется, знаете? Потому что у мамы нашей оладушек. Держи скорее. Ну все, все, хрямся, хрямся, никто не заберет, не бойся. Худой. Где он был, непонятно. Где бродил этот. Больше месяца, по-моему, его не было, если не ошибаюсь. Ну вот он вернулся, никуда он не пошел, ни в какую новгородщину. Решил, что здесь все-таки лучше. Кота не проведешь, я думаю, он знает. Еще. За сколько он? За 10 секунд управился. За 4. За 4 секунды. Ужас. О, смотрите, было-стало называется. Вот так вот можно пальцы сомкнуть под позвоночником. Ты где был, котяра? Порвал тебе футболку, смотри. О, порвал даже футболку, ага, от радости. В общем, все, сейчас будем его откармливать всячески. Холить, лелеять. Вернулся, вернулся, красавчик. Че ты сказал, Илья? Да, худенький вообще такой стал. Легонький, да, пенопластовый котик. Мурзяша сейчас тебя накормит, папа. Ну да. Сейчас давно тебя его накормит. Не видел. Да.